В рамках антинаркотического месячника «Щелково за здоровый образ жизни» на базе кинологического центра Федеральной таможенной службы России прошло тематическое мероприятие, направленное на формирование обучающихся навыков здорового образа жизни, в котором приняли участие учащиеся школы номер 27, члены антинаркотической комиссии в городском округе Щелково и представители кинологического центра со своими питомцами. Ребятам показали мультфильм «Тайны едкого дыма» и рассказали о важности здорового образа жизни. Как работают собаки на таможне, как обнаруживают запрещенные вещества, какие породы собак применяются на службе в таможне. Ответы на эти и другие вопросы получили ученики школы номер 27 на экскурсии в крупнейшем кинологическом центре Федеральной таможенной службы России в деревне Орлово. Здесь проходит подготовку 1000 специалистов-кинологов и сотни служебных собак. Четвероногих сотрудников таможни учат искать наркотические взрывчатые вещества, табачные изделия и денежные знаки. Кто-то с нуля, кто-то повышает свой уровень подготовки. В работе кинологи используют специальные емкости с веществами, имитирующими запах запрещенных средств и разных валют. Обо всем этом рассказали юным гостям. К нам приезжают детки из школ, которые любят животных, да, любят собак. Они сюда приезжают посмотреть, как мы работаем, как работают наши питомцы. Ну и мы, как бы приурочивая это к месячнику борьбы с наркотиками с целью воспитания молодежи, патриотического воспитания, рассказали сегодня, что такое, в принципе, наркотики, что такое табак, никотин, да, как он вред наносит. Примеры из практики применения служебных собак для предотвращения и пресечения незаконного перемещения запрещенных веществ, элементы дрессировки, цирковые трюки продемонстрировали кинологи и их подопечные в рамках показательных выступлений, а гости мероприятия стали их частью. Мне понравилось, когда находят там собака, всякие вещи, и как она себя ведет после этого. В завершении встречи дети с удовольствием пообщались с собаками и вдохновились такой интересной, но непростой работой кинологов. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.